Главная оппозиционная партия Турции, чей кандидат победил на выборах мэра Стамбула, раскритиковала решение ЦИКа отменить результаты голосования. Народно-республиканская партия назвала это проявлением диктатуры. Политическая система, которая игнорирует волю народа и законы, недемократическая и нелегитимная, написал на своей странице в Твиттере заместитель лидера партии. Сам победитель Экрем Имамоглу подчеркнул, что ни он, ни его сторонники не собираются отступать. Сограждане, они пытаются отменить итоги выборов, которые мы выиграли вечером 31 марта. Они пытаются украсть результаты работы, в которую было вложено столько труда. Кандидат от правящей партии, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, проигравший на выборах, заявил, что в ходе голосования были допущены серьезные нарушения. Почему мы обратились в избирательную комиссию? Из-за нарушений, мошенничества и иных позорных пятен, которые мы обнаружили во время и после выборов. Решение турецкого ЦИКа раскритиковали в Евросоюзе. По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, отмена результатов голосования и проведение повторных выборов противоречит идее демократического избирательного процесса.